Привет. Не спишь? А я вот решила по дороге домой к тебе заскочить. Нехорошо, мы как-то расстались, я наговорила тебе всякого. Ань, ну прости меня, пожалуйста. Проходи. А мне один клиент винишко итальянское подогнал, а еще я купила тортик. Давай пальто. Так что прощай, хорошая фигура. Нам надо с тобой срочно поднимать серотонин. Да. Гормона радости мне сейчас точно не хватает. А я о чем? Ой, если ты со своим отопедом окончательно свихнешься, где я еще такого хорошего врача себе найду? Паш, скажи, а ствол у тебя с собой? Ну, допустим. Отдай его Хану. Зачем? А так спокойнее будет. Кому спокойнее? Да всем. Тебе, мне, пацанам моим. Хан, забери у него пистолет. Он номерной табельный, я за него расписывался. Тебе чего, проблемы нужны? Давай. Руку убрал, а? Будут мне еще всякие шапки лапать. Чего? Так, а ну-ка, тихо. Пашенька, я два раза не повторяю. Я сам. Головой отвечаешь. Вот теперь погнали. А нет, слушай, я вот до сих пор понять не могу. Алёша, тебе действительно брат? Он когда Дэна своего на прививке привозит, ну, как-то прям совсем не по-родственному на тебя смотрит. Это давняя история. Его родители погибли, страшно погибли. Я же тебе рассказывала. А мои родители оформили над ним опеку, взяли к себе. Вот тогда он стал мне как старший брат. А потом влюбился. В кого? Меня. Сейчас тебе покажу. Держи. А что? Видный был парень? А ну покажи. А вот это смотри. Угу. Я с ним даже целовалась. Ой, боже мой. Угу. Слушай, все мы в этом возрасте с кем-то целовались. Да, только я выросла, он. Не знаю. В общем, у него все как-то серьезнее было. Он мне даже предложение делал. А что не пошло? Не знаю, как-то душа не лежала. Он мне всегда очень близкий был, да и сейчас близкий. Но это не совсем то, понимаешь? Понимаю. Обычная история. А Тапин, значит, то. Знаешь, Анют, что я думаю? Что только время и совместно пережитые проблемы покажут тебе, то этот человек или не то. А что, Леша? Как-то успокоился, что ли? Сань, я что-то ничего не понимаю. Ты в розыске. Ну, свали в другой город, прячься. Тебе залечь на дно надо. А ты уже выдышляешься. Я тебя что, зря предупреждал, что ли? Да вот и я думаю, чего ты меня предупреждал. Ты предпочел бы сейчас нары утюжить. Ты что, правда думаешь, что я имею отношение к этой наркоте? Я ничего не думаю. Мирошкин болтнул, что тебя брать собирается. Я и предупредил. Ну это же должностное преступление. Зачем? Действительно, зачем? Твоего друга хотят упаковать. Зачем предупреждать? Леша, я тебе клянусь, чем хочешь. Я к этому никакого отношения не имею. Меня подставили, как и тогда. Сколько там нашли в этот раз? Наркоты? Ну? 150 килограмм. Ни хрена себе.
потанцуй еще. Это Стенька с Леркой пришли. Как всегда, не вовремя. Черт. Тихо, тихо. Тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман Аркадьевич. А как зовут лесное дитя? Илона. Что-что? Не расслышал? Илона. Эх, Илоночка, у меня к вам большая просьба. Вы не могли бы подождать в соседней комнате, пока мы не поговорим с вашим приятелем? Это ненадолго. Нет, нет, что вы, не надо, нет. Неужели из-за нашего вторжения вы лишите себя такого удовольствия? Прошу вас, возьмите с собой. Костенька, проводи, пожалуйста, девушку. Аккуратно. Его не трогайте, она вообще не при делах. А разве я сказал, что она при делах? Кстати, Илонка не понравилась твоей маме. А маму надо слушать, поэтому мы Илонку подарим Костику. Так, шутка. Надеюсь. Ты решил со мной в прятки поиграть, да? Товар отобрал, деньги не вернул. В квартире своей не ночуешь. Ты думал, что я тебя не найду? Просто ты все не так понял. Я же решаю вопрос, я выясняю. Ну и что ты выяснил? Еще вопросы остались? Остались. Сань. За что? Тебя люблю, вот за эту твою дотошность. Откуда узнали, что фура заряжена? Там не фура заряжена, а мешочки со строительной смесью. Там такая эмблемка, оттапенный код. Значит, заряжали на твоей фабрике. Так откуда протекло? Кто Громова информировал? Легон. А его кто? Служебная тайна. О, Алеша. Ну, слушай. В бумажках числится анонимный источник, внештатный информатор. Ты же знаешь. Ты железку свою уже вытаскивай давай. Сейчас вытащу. Так ты говоришь, что Лаврик решил нас кинуть, да? Я не знаю. Раньше все ж нормально было. Было нормально. Но просто такой партии еще никогда не было. А тут вы с Лавриком прикинули, посчитали и решили туза обуть, да? Говорится, в стишке дедушка старенький, ему все равно, да? Только вы не учли с Лавриком, что дедушка злопамятный и не любит, когда его кидают. Туз, не надо! Туз, ты же знаешь, что менты товар сцапали! Вопрос второй. Кто у Лаврика в ментуре? Я не знаю. Я не знаю, там какая-то крутая крыша. Но я узнаю. Хорошо. Узнаю. Кэт, я тебе даю 3 дня, чтобы ты все разузнал. А Лаврику передай, что процент побежит опять в день. Костенька, пойдем, дорогой. Че цепишь, змей? Сейчас картоха подоспеет и будет полный нормальдон. Слушай, давай пока она варится, подумаем, кто меня мог подставить. Если ты, конечно, до сих пор не думаешь, что это все я организовал. Ну, я-то, может, не считаю. А вот Громов и Легунов, подумаем, клиента из прошлого не беспокоит? Кто? Нет, ты подумай. Одно дело, когда ты мент. Твою работу даже где-то немного, если без подлянки, уважают. Другое дело, когда ты барыга перекрашен.
А барыгу перекрашенного за прошлые обидки не грех и наказать. Давай иначе. Человек, который получал мед в Энске, использовал чконию. А почему чконию не мог быть получателем? Нет, это вряд ли. Чконию они использовали просто как прикрытие. А вот чкония может знать этого человека, который получал груз в Энске. Понимаешь, не выходит у меня из головы эта чкония. Он единственная реальная ниточка. Шашлык? А вот и шашлычок. Первая порция нашему гостю. Давай свою тарелку, Паш. Понюхай, Паша, как пахнет мясо. А ну сядь! Сядь, я сказал. Ты думал, мент, ты самый умный? Не верил я никогда ментам. И тебе не верю. Говори, если жить хочешь. Кто мой товар сдал? Ты? Не только твой товар, Лаврик. Там и моя доля есть. Зачем мне его сдавать, а? Так ты 50% от меня своей доли уже получил. Ну что? Как что? Бабки получил, товар засветил. Небось, для себя кое-что припрятал. Вот и вышел сухим из воды. Ни перед кем не виноват. Снова честный мент со всех сторон. Так, да? Паш, а я ж тебя просил свой пистолет Хану отдать. Ну вот как же тебе верить, а, мент? А я отдал, Лаврик. Табельный. А это мой. Незарегистрированный. Я честно играю. Просто так у людей шампуром не тыкаю. Стоять! Знаешь, во всей этой истории есть одна мелочь, которая к чертовой матери рушит всю твою версию. Какая? Ты можешь представить себе человека, который ради того, чтобы поставить тебя, пожертвует 150 километров? Это какому такому миллиардеру ты дорогу перешел? Ну, допустим, эта подстава была страховочным вариантом. Короче, надо ехать в Энск и там разбираться. Ты знаешь, есть одна мысль, как скрестить ужа и ежа. А ну-ка. Допустим, есть некто, кто тебя не очень любит и вращается на теме наркоты. Угу. Решил запалить груз конкурентов, заодно подставить тебя. В итоге конкуренты без товара и без бабла, а ты сядешь одним ударом. Допустим. Допустим, война наркодилеров. Нам осталось понять, кто этот кто-то. Ну, он явно не в Энске. Он здесь. Из твоего героического прошлого. Ты ж многих прессовал тогда, не всегда по букве закона. Было? Ну, было, но я же это не для себя делал. А для того, чтобы всякая мразь сидела, а не ходила на свободе. Долго еще бегать собираешься? Пока не разберусь со всем этим. Нормальдец. За это и выпьем. Давай. Картошка. Все, хватит. Опустили стволы. Мне что, повторить? Паш, тебя это тоже касается. Опусти ствол, сядь за стол и перетрем наши дела без пыли. Тебя здесь никто не тронет, я слово даю. Или тебе моего слова мало? Так говоришь, товар до сих пор в фуре на штрафстоянке. Да. Так вот, надо Паше его оттуда увезти. Это же спецстоянка в РОВД. Там колючка, охрана, ворота. Нет, это невозможно.
Невозможность – это слово из словаря глупцов. Это не я, это Наполеон когда-то сказал. Товар не просто надо вывести, а сделать это надо до конца недели. Иначе придет наш друг Роман Аркадьевич, и что мы ему предъявим? У тебя, Паш, случайно 15 лимонов американской зелени нигде не завалялось? Вот и у меня нет. А в этом случае от них будет предъява. И худо будет, Паша. И мне, и тебе. Короче, вывозить надо товар. Надо. Хоть штурмом. Штурмом, да? Ты серьезно? А что? Похоже, что мы здесь шутки шутим! Чего ты мешаешь дяде спать? Дядя в розыске. Пойдем. Леонид Михайлович, Попов беспокоит. Да, Леш, слушаю. Есть такая информация. Выключи, пожалуйста, телефон. На территории клиники не положено. Леш, я сейчас в клинике у Сальского. Давай позже перезвоним. Да, спасибо, проходите. Вот это тебя колбасит. Ну ничего, маленькая, вечером повеселимся. Я колеса достал. Не, Жек, все, я завязала. Не понял. Я тебе больше не в кайф? Ты в кайф, колеса не в кайф. Будешь хорошей девочкой. Буду. В универ вернусь, жизнь новую начну. Я отцу обещала. А вот и он, кстати. Но мы с тобой увидимся потом, когда тебя выпишут отсюда. А это, Рен, как карта ляжет. Вы опять пропустили Привет, процедуры. Пап. Привет. Уже полчаса. Ты так долго у профессора был, я уже подумала, что меня сегодня не выпишут. А это кто? Да так, знакомый. Ну, пойдем. Пойдем собираться. А сегодня ночевать не пришел. И не позвонил даже. Может, по работе задержали. Да нет, я дежурную звонила. Ночью никаких выездов не было. Неужели ты думаешь, что у него кто-то появился? Ага. Лет 20 назад. Анечка, сестренка ненаглядная. Можешь себе представить, он в туалете с телефоном закрывается, чтобы я их разговор не подслушивала? Ты же говорила, что они больше не общаются. Господи, я только вздохнула свободно. Думала, что отвалила Лешку от нее. Тут здрасте, пожалуйста, Тапин в переплет попал. Ну и Леша, естественно, впереди планеты всей. Кинулся ее спасать. А что за переплеты? Олег, он тебе что, не рассказывал? Вообще-то его Коля зовут. Прости, пожалуйста. Я думала, он похвастался тебе, что а Тапину хвост прищемил. В смысле хвост прищемил? Сашка же давно уволился. Ну понятно, в общем, не рассказывал он тебе ничего, да? Новости ты не смотришь, да? Маринка, ну вот все мои новости. Скажи, что произошло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну хорошо. А такого человека, как Лехов Алексей Геннадьевич, не припоминаете? Нет. Ай-яй-яй. А вот водитель фуры, которого вы отправили на фабрику, Атапина, утверждает, что именно вы познакомили его с Леховым и представили его как экспедитор. И документы на товар были у него. Слушай, ну, что я должен помнить всех? Ну, может, послал кого. Знаешь, сколько у меня фур по фабрикам ездит? Только вот что интересно. Он устроился к вам на фирму за 2 дня до поездки. Экспедитором никогда не работал. Между прочим, имеет судимость. 2 года по хулиганке отсидел. Кличка Лех. Получается, вы отправляете с доверенностью незнакомого человека за дорогостоящим товаром?
Лех, мех, смех. Какая разница? Давид Ливонович, заканчивайте уже этот цирк. Ваш кадровик показал, что именно вы приказали ему нанять Лехова на работу. Шофер тоже показал, что именно вы познакомили его с Леховым. Отсюда логичный вопрос. Где сейчас Лехов? Да откуда мне знать? То есть вы признаете, что были знакомы с Леховым? Нет. Затрудняюсь ответить. Ладно. Я не буду вас торопить. Идите и подумайте. Хорошо подумайте. Стоит ли выгораживать этих преступников, которые или обманом, или силой убедили вас отправить фуру Катапину? И мой вам дружеский совет. Вы не рассказывайте никому, о чем мы здесь с вами говорили. Это может повредить вам. Если преступники узнают, что мы можем выйти на них через вас, они вас просто уберут, как ненужного свидетеля. А мы вас можем защитить. Правда. Вас и вашу семью. Подумайте. Хорошо подумайте. Спасибо. До свидания. Ну и пошли слухи, что Лягунов эту версию как основную приняли. Ну, чтобы Атапину отомстить. Ну, тем более, что прецедент с наркотой уже был. Думаешь, он это из ревности сделал? Ну, мил. Ну, не знаю я, правда. Но, по крайней мере, такие слухи по управе ходят. 4 года с ним живем. Малому вон уже скоро полгода, а он до сих пор меня к Сашке ревнует. Какой же дурак, а? Пошли. Ира, Ириш, мне пора, я ухожу. Боже, как же хорошо наконец-то оказаться дома. Ну, отлично. Сегодня отдыхаешь, завтра едем в институт. Я договорился, тебя восстановят. Спасибо, папочка. Что бы я без тебя делала? Ну все, ты, наверное, беги, ты опаздываешь. Только денег мне оставь. Я пойду в магазин, куплю продукты, приготовлю праздничный ужин. Отметим, так сказать, мое возвращение. Ну, ходить никуда не нужно. Все продукты в холодильнике. Хорошо. Тогда я пойду с друзьями прогуляюсь. Посидим в кафешке. Я так соскучилась по нормальной жизни. Нет, на улицу без меня не пойдешь. Почему? Так, Ира, правило первое. Одна на улицу не выходишь. Правило второе. В мое отсутствие никаких гостей. И главное, никакого общения со своими так называемыми друзьями. Это ясно? Может, ты меня еще наручниками к батарее прикуешь? Надо будет, прикую. Ладно, все. Ключи я забрал. Будь умницей. Папа! Папа, ну не надо! Остаешься дома! Пожалуйста! Что, погуляли? Здорово, молодцы. Ну что? Что такое? Зубки, да? Зубки, да, зубки. Зубки. Давай, подержу. Не надо, я сама справлюсь. Не понял. А что с настроением? Не понял? Ты же на работу спешишь. Ловить главного наркоторговца страны Атапина. Сколько лет прошло, а ты... Старые чувства заговорили. Я как за тебя замуж вышла, из управы ушла, я его в глаза не видела. Ну а что ж тогда так взбеленилась? Или скажешь, не из-за того, что я собираюсь твоего бывшего закрыть? Вот именно. Закрыть. Мы оба знаем, что это не проблема. Мне за тебя стыдно. Взъелся на человека ни за что. Ни за что? Да Атапин твой.
Александр Андреевич собирался провести 150 килограмм наркоты. Он не мог этого сделать. Что же он тогда оказал сопротивление полиции и ударился в бега? Я, между прочим, свою работу выполняю честно. Я его найду. Обязательно найду. И закрою. Надолго закрою. На работе голова должна быть холодной. И чтобы вот этих глупостей я больше не слышал. Марин, доброе утро. Че ты рванула на 100-метровку? Иди, я на работе. Ну, я тоже тут не на танцах. Слушай, ну вчера так получилось. Эй, такая работа. Марин, ты же знаешь. От тебя пахнет. Ну, это не удивительно. Нет, если бы я пил кефир, то от меня бы не пахло. А я же пил водку, поэтому от меня не фиалками было ухает. Это ты так работаешь, да? Мне все надоело, Леша. Я соскучился. Лигуну, опаздываю. Естественно. Через 15 минут освобожусь. Зайду к тебе, будешь ждуться, доведешь до преступления. Какого преступления? Развратные действия по отношению к офицеру полиции. Леш. Развратные. Я серьезно. Встать. Дурак. Лаврик. Чкония. Отапин. Лех. Отапин в бегах. Ладно, Лаврик, будет тебе штурм. А ты откуда взялся? С Кудыкиной горы. Ты меня впустишь или здесь говорить будем? Ну, раз приперся, заходи. Лидочка Васильевна. Чем там вообще этот твой Мирошкин занимается? В этом МК. В Коне ничего так и непонятно. А Тапина как не было, так и нет. Разрешите? Опаздываешь, майор. Николай Валентинович, тут у меня такое. Я вчера Тапина повстречал. Ну, вернее, не я его, он меня. Забрал с камин машину, пушку в бок и заставил отвезти на дачу. Так почему ты докладываешь только теперь? Сотрудник полиции укрывает беглого преступника. Ты что, вообще охренел? Я как только смог, сразу же вот Леонид Михайлович позвонил. А, да. Да, Николай Валентинович. Это правда, Леша мне звонил.
Я не мог говорить тогда семейные обстоятельства, так что вся вина полностью на мне. Да плевать, кто виноват! Если Отапин снова уйдет, оба ответите. Где он сейчас? На даче. У меня. Что? Спит. Ты серьезно? Я его подбил. Мы с ним выпили по старой дружбе. Он в отключке. По старой дружбе? Ты... Ты с дачи когда уехал? Часа два назад. Так, Леня, бери своих людей, идуй на дачу. И сделай, пожалуйста, все аккуратно. Подключи спецназ. Сами справимся. Как вы-то мою халабуду не разнесите? Иди уже! О, спасибо. Да иди уже! Так точно. А ты сам рассуди. Если Чко не сдаст Лаврика, то Лаврик живым ментам не сдастся. Его и на зоне за 15 лямов на перо поставят. Ну и пусть Тус требует спокойника. Да, Лаврик его кинул. Но так и мы-то тут при чем? Ты, Паша, дурак? Ты думаешь, он успокоится, узнав, что Лаврика нет в живых? Да Тузу пофиг. Ему товар нужен или бабки. И он это на нас с тобой повесит. Короче, как хочешь, где хочешь. Но либо товар, либо бабки должны быть через 3 дня у него. Ты, Паша, не надейся, что он только с меня спросит. Между прочим, он уже интересовался тобой. Я еле сдержался. Пока. Падла. Квартиры, где деньги лежат. Барсик! Что там с тобой стряслось-то опять? Знаешь так, мужчины, никаких сентиментов. Он вам не бывший коллега, а преступник, который скрывается от правосудия. План действий, детали операции прорабатываем по дороге. Вопросы есть? Давайте скоренько. Отапина пистолет. При задержании может оказать вооруженность. Стрелять на поражение? Леонид Михайлович, ребят спрашивают. Стрелять на поражение? Он же вроде как из наших, как не того. А возить наркоту того? То, что он служил в полиции, только усугубляет его вину. Всем ясно? Значит, стрелять. Если вы, не дай бог, кто-нибудь завалит, вся работа отдела на смарку. За ним такая цепочка тянется к наркодилерам. Так что брать живым, по возможности здоровым. Ясно. Стрелять, но не стрелять. Это тебе. Привет, спасибо. Чуть чего? А, твой любимый запах. Как будто Новый год. Точно, запах детства. Мандаринки. Да. Кофе угостишь? А то я позавтракать не успел. В общем, дай воды попить, потому что так есть хочется, что переночевать негде. Проходи. Омлет будешь? Из твоих рук даже яд. Что-то ты плохо выглядишь. Со столешницы слезь. А. Не выспалась. Угу. Есть новости? Ага. Саню твою вчера видел. Как, где? А, на улице меня поймал. С ним все хорошо. Привет тебе просил передать. Хорошо, да. А он не сказал, когда собирается уезжать? А тебе откуда это известно? Ну, я с ним виделась. А. Не успела просто тебе сказать? Не успела. Или не захотела. Лёш. Он, кстати, не против, чтобы ты в больничку к Сальскому легла. Ему тогда же за тебя спокойнее будет. Правда? Да. Ну, ладно, я подумаю. Подумай. Чего думать? Сегодня же иди и ложись. 7 дней осталось, и я немного продвинулась. Подожди, у тебя что, опять твои вот эти вот были? Mm-hmm. Так а чего ж ты молчишь? Давай, рассказывай. Ну, сейчас омлет уже сделаю. Mm.
Барсик. Ну где ты? Ну что ты там забыл? Ладно, сейчас попробуем тебя достать. Понимаешь, я так и сказала. Кошмар позади. Кошмар позади. Ну и чего? Что это значит? Ну как, что с историей Саши разобрались. То, что Сашу никто не ищет. То, что он на свободе. А с чего ты вообще взяла, что речь об этом? Может быть, это ты себе платье свадебное купил или о банкете договорились? Ну, потому что в моем видении Саша ни от кого не прячется. Что с охранником, которого убили? Понятия не имею. Не могу понять. То ли это стоянка, то ли склад. Нормальный дед. Сальский что говорит? Говорит, что все взаимосвязано. Что нужно изменить? Исходное событие или поменять контекст? Что-то никак эта солянка не складывается мне в омлет. Какое событие, какой контекст? Ладно, надо к Сальскому в клинику ехать. Спасибо, что про Сашу рассказал. Мне хоть немного легче стало. Одевайся, я доем и провожу тебя до машины. Спасибо. Поменять контекст. Да иду, я иду. Что ж ты так орешь-то? Разорался. Так. О, то, что надо. Шпионские страсти какие-то. Да не ори ты. Сейчас иду, иду. Да не ори, сейчас, подожди. Так, давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 давай. Вот сюда. Оп. Все, 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 не ори. Не ори, все. Ну, как ты туда забрался-то? Что ты орешь? Не ори. Не ори, ты же барс. Барс. Петя, Вова вокруг дома. Голый Шларичек за мной. Так точно, есть. Что? И окно открыто? Заходим по моей команде. Работаем, ребята. Тихо-тихо-тихо. Чисто, Леонид Михайлович. Че, с ума сошел, Федор? Мы же так перестреляем, не дай бог, друг друга. Колыш, за мной на второй этаж. Эта куколка сюда уже не первый раз приходит. Что, тоже от наркоты лечится? Нет. У нее другие проблемы. Ну, я бы и точно помог все проблемы за раз решить. Евгений, я вам не советую. Ложитесь. На живот. У нее друзья в полиции.
Да все эти менты скучные, как произведение Грига. А девочки любят музыку повеселее. Правда, красотка? Я не знаю. Возможно. Саша, не валяй дурака. Экономим наше время. Сам же знаешь, раньше сядешь, раньше выйдешь. Тьфу ты, черт. Товарищ подполковник, что у вас тут? Да ничего. Там тоже ничего. Черт, чашка ж теплая была. Надо бы крышу еще глянуть. Для очистки совести. Федор, давай бегом во двор. Угу. Да оставь ты котенка. Тихо. Тихо. Ступайте, граждане. Ничего такой чудачок. Пьет. За любовь. Капучино. Меню забрать? Меню оставьте. Я посмотрю. Ну, да куда же он мог деться-то, а? В магазин, может, пошел? Когда входили, дом открыт был, а люди, когда в магазин идут, дом закрывают. Ну так и что теперь? Да сбежал я. Отставить разговоры. Нечего нам тут больше ловить, да и некого. А вдруг он и вправду в магазин пошел? Может, кого-то оставить, а? Кого ты предлагаешь оставить, Федор? Да он хотя бы ребят. Не вернется сюда, Атапин. Не первый год замужем. Слишком за версту чует. Мы и так пол поселка на уши поставили. Вон пацаны как глазеют. Сворачивайтесь. Дачу Лешину закройте. Хорошо запомнила его лицо, осунувшееся, с явными синяками под глазами. И лицо такое болезненное. Нам надо пройти назад. Назад? Я же уже переоделась. Да нет, вы не поняли. Назад по видению. А. На следующем сеансе мы попробуем понять, что было до того, как вы пошли с Сашей в ресторан. Хорошо. Леш, нет, ты можешь себе это представить, Светке повезло. МЧСника себя отхватила. Здоровый такой мужик накачанный. И сразу в ЗАГС. Перебьются. Пообедать спокойно не дадут. Кто звонил? Эксперты.
Задолбали уже. То направление так оформлено, то Мирошкин третий раз не может забрать результаты. Что, даже не посмотришь? А! Леша, скажи мне, пожалуйста, это все твои эти секреты? Или мне стоит волноваться? Мои секреты. Боже мой, ей-богу. Леш, как дитя малое? Ладно, дома увидимся. Пиццу возьми. Сам доедай. Пашенька, ты осмотри в Стропино все как следует. Чайку с местными охранниками попей. Или чего покрепче. Ну, не мне тебя учить. А ты пока хвосты почисти. Какие хвосты? За чкуни твоего возьмутся как следует. Не сегодня-завтра он тебя сдаст. Давид хорошо держится. Да нифига не хорошо. В смысле нехорошо? Я ему практически в лоб предложил сдать тебе в обмен на защиту. И он поплыл. Уж поверь менту. Не сегодня-завтра прибежит, как миленький. Вот же падла. Да, согласен. Леха твоего ищут. Это же он был в машине, которая сопровождала фуру. Наши в курсе. Все-то вы, менты, знаете. Ладно, подумаю. А Давида жалко. Он удобный человек, да и польза от него реальная. Но раз так... А с Лехом по времени. Он светиться не станет. Ну, с Богом, езжай. Так, давай еще раз. Леш, я его очень хорошо запомнила. Отлично, фоторобот можем составить. Я попрошу нашего эксперта, встретимся у тебя дома часов в 6, и ты обрисуешь ему личность злодея. А у вас же там есть фотографии разных бандитов, убийц? Ну, есть. Ну так, может, я там посмотрю, вдруг он среди них. Молодец, сестренка. Тогда я попрошу Володю Мельниченко. Он покажет тебе базу. Тогда у меня в 6. Какая чика. А у вас какие ассоциации? Это ж надо. Человек-невидимка какой-то. О, ты здесь? Упустили мы опять твоего другана. Я не виноват. А кто я виноват? Или он Ларичев? Леонид Михайлович. Леонид Михайлович. Он который раз у нас из-под носа уходит. Я вот думаю, может, ему кто-то помогает, предупреждает. Кто? Надеюсь, меня не подозреваете? А нахрена тебе было Лигунову про дачу говорить, а? Слава богу. Леш, ну подумай. Ну где он может быть? Не знаю. Говорил, что хочет искать концы в Энске, у Чкони. Говорил, что его подставили. Единственная ниточка – это барыг, который ему фуру пригнал. А, соображалка у него работает. В Энске, значит. Самолетом туда никак. Поездом тоже, там везде паспорт нужен. Так, Федор, давай за машинку, пиши приказ. Оперативный. Как ты догадался? Пиши. Всем экипажам ДПС разыскивается опасный преступник Оттапин Александр Андреевич, 1978 года рождения. В районе Северо-Восточного шоссе принять меры к задержанию Оттапина Александра Андреевича. Фотография Оттапина прилагается. Куда? До Энска, подкинете. Давай, садись. Полиции. Прячься.